Стой, стой! Да! Ну что ты торопишься-то, а? А как, почему оно запустилось? Не знаю. Оно же не должно, оно должно было написать, что это, мол, у вас разные эти... Какой-то творится непонятно что вообще. Работает, не трогай, называется. Хоть так, работает. Рэндалл дабл. Ставим Рэндалл дабл. Может, надо было до подключения его уставить? Конечно, до подключения. Ну и... Поэтому я и говорю. Создавай. Так. Опять LVS, блин. Превосходная. Гоу в дюну я создал. Тай, сделай дюну на двоих. Там юзер ждем. Я же сделаю этот рок-н-ролл рейсинг на скольки там, на четверых или на скольки там их делал, на шестерых. Да пусть Дюну на двоих сделает. Вон у него как раз мода на это появилась. Так. Ага, и то мы жили пускай. Начинаем? Начинаем. Заканчиваем. Ну я, собственно, сейчас сразу увижу. Нет, неправильно сказал. Заканчиваем начинать. Начинаем играть. И заканчиваем начинать. Липецк весь напрягся, аж ворчит. Да у меня там говно на сцене. Отлично! Отлично! Нормально. Это как раз для говёного телевидения галактики подойдет. Если кто смотрел за Гатальянс Овердрайв. Никто не смотрел, там? Понятно. Survivor, а в чем? А, то что эти полосы черные? Ливе. Не, вот так. Тхе, тхе, не тха, тхе. Блин. Тхе. Это пролистай ты, вот это, да. Фигней. Так, это мы уже читали, вода. Достаточно. Выживите и всех загрызи, короче. У меня что говоришь, вода. Ты? Ну как, своеобразный. Конечно. Поэтому... Да что ты, твою мать, и Сигамен еще? Ну что, по новой начинай, Сигамен? Убили базу. Я ничего не... Меня все залагало. Убили, ну вот сразу. Окей. Вроде получше сейчас. Да ладно, заново начинай. Я не знаю, база нужна или нет. Откуда мне знать? Да нужна, наверное. Я знал до армии, после армии ничего не знаю. Армия научила плохому. Да. Да вообще. И чё, у них вот две ракеты прямо там на базе? Я не знаю, у меня стрима нет вообще. Чё-то у меня ни хрена не работает, Липецк, опять. Чего у тебя? Не, сам самотёк тут пошёл чисто. Надо юзера в четверо сложить и в мусорный бак. Да, похоже на то. Чё-то ну или хотя бы его компьютер. Да, ну ни хрена мне не работает. Все оно по кадрово, в общем. А у меня стрим не работает. Правильно говорить. Ну что, пересоздаем или что? Эх, опять все. Перезагрузи страницу. Что-то у меня даже звук не работает. А, вот, заработал. Это как раз тот случай, когда игра играется с нами. Ба. Как сделать плохой стрим? Наглядное пособие. Да при чем тут это? Да сейчас весь вечер будем мучиться и ничего не добьемся. Знаешь, я как всегда пессимистично настроен. Я вот вчера смотрел стрим Солянки про плохие игры, знаешь что? Гораздо хуже стримы делают. Так, юзер создал, да? Ну что-то увидим с интернетом сегодня. У нас интернет вроде как должны по всей России отключить, насколько я слышал. Так что неудивительно. Делать нечего, я булочки на столе складываю. И они у меня так аккуратненько сложат. Запуск. Нет, ну вроде заставка идет вот эта вот первая нормально, а дальше какой-то ад начинается.
Ой. Короче, я рендер не стал ничего менять. И я ничего не менял. Вот что-то полосы какие-то как ну да, телевизоре. Не стал ничего менять. Не, ну сколько тут? А что у нас тут еще нормальный человек? 7 нас, 8. Ну, я считаю, что оно того стоит. Не, если бы можно было бы сделать без проблем это, то я бы уже давно это сделал. Можете не сомневаться. Так, ну вот, заработал. О, давай, чини ее. Все, Сэма, вперед, аккуратно, так он на пипку не наедет. Молодец. У меня стрима нет. Ничего не работает. Совсем? Совсем. Не могу загрузить. Никакого изображения нет. А скорость есть. Попробую с Good Game, с Cyber Game посмотреть. Да куда ты? Ну все, главное Сэма не потерять. Сейчас вроде нормально. Я вообще ничего не изменял, Алекс. Как у меня запустилось, так у меня запустилось. Ещё говорит всякое. Ну как это? Ну вот. Как мы все это видели на телеке. Ретро. У меня на кибергейме ничего нет. У меня на вот этом нижнем окне, я не знаю, что это, тоже ничего нет. Твич я не буду открывать. Как бы его, блин, убить-то? А у тебя Рокет идет стрим? У меня идет. Вот. Вот этими... Все уже увидели, что хина и всякая идет. Ну, здесь юзер начинает базу нижнюю раз... Ты понимаешь, он нихера карту убивать не открывает. Ну ты открой хоть чуть-чуть. Вообще ничего не открывает карту. Да у него угол, не угол это. Да, у него вообще обзора нет угла. Ну, обзора. Он по дефолту единица. По дефолту. Чё какой маленький-то? Ну вот меня тоже бесило это. Сигаман. Нихера не видно. Ну, я ты так маленький, сделал. У него была единичка, а сейчас стоит двоечка. Не жалуйтесь, пожалуйста. А, двойка. Стоит. Я добрый. Двойка. Я двоечку давай сделал. Давай, не тебе эту клюву. Вы не знаете, как было при единичке. Я, в принципе, могу показать, но это долго и нужно. Его залили. Но я не успел на базу. Надо же. Ай, я же на место знал базы ничего не поставит. Ну это детская оплошность. Да это не детская оплошность. Я хотел встать на место базы. Он же не сможет поставить базу на место базы, понимаешь? Нет. Почему нет? А, саму базу. Саму базу Construction Yard не может. Ну вот я про что и говорю. Опять ударили по Сигаману. Куда ты там стреляешь? У меня стрима нет. А ты на кибергейме, на гейме везде смотришь, Сигман? Я пытаюсь на кибергейме смотреть, у меня тут хоть что-то иногда мелькает. А на Твиче вообще ничего, да? На Твиче я не хочу заходить, у меня там очень большой период, когда видео обновляется. Ну, распада. Ну да. Не, по-моему, заработал с кибергейма. Там можешь обновлять, там стрелочка есть. Да, я знаю, ну вроде работает. Так, все, юзер, аккуратнее тут, ага. Да и... Надо было ракетные башни добавить на базу. Ты этого саботера охраняй. В смысле, а то сейчас его сделают, короче. Не у меня. А вот все, вот здесь база была, все. А безопасно. Типа. Да. Да, 4 базы.
Так, ну и что у нас получается? Не факт, что это последний. А, это не все, блин. Ну ладно, сейчас еще поищем. 14 с кибергейма, 9 с гудгейма, трое с твича. Да куда ты? Стреляй. У него же нету этого самого приоритета на пушке. Ну да. Это оригинал. Тут нет никаких приоритетов. Тут вообще нет никакой логики и здравого смысла. Это же оригинал. Убил, самолет сбил. Все, мозг сбил. Нечаянно, наверное. Да что ты еще? Да, на ракеты задел. Ну ты же его видишь, Сигамен, ты уже как танк сделал, правильно? Да, да, он танк. А танк он же по дефолту не может стрелять самолет. Ну только да. Нечаянно. Ну нечаянно обычно любая пуля, которая летит, она нечаянно задевает все, пока летит. Это очень легко проверить. Можно поставить 4 пипки подряд и одним танком выстрелить последнюю через все. И вот пуля пока будет пролетать, все пипки взорвутся. Не, видишь, все снесли, и тебе проигрыш не засчитался. Так, не все. Опять. Ну это детская. Он не поймался курсором, не поймался. Никаких детских ошибок здесь нет, Олимпийск. Хочешь, покажи сам, как надо не по-детски играть. Он ни хрена не открывает, он перед носом не видит ничего. Сетевая игра. А ты используешь... Зачем в начале ракеты, я не понимаю. И какой она тут цель? Я не помню. Может быть, там? Я был под чем-то, а кто его знает? Кнаклс смог. Там пипка стоит, я смотрю. Да. Увидеть картинку. Да что ты? Пишет, как он здание на юниты ставит, читерство чистой воды. В оригинале так было. Оригинал? Да, это оригинал, все с него. Чтобы не блокировать постройку зданий компу, это было сделано. Вот нет, это было просто не сделано, вот и все. Никто не думал о том, что будет юнита под базой. И для искусственного интеллекта, и поэтому все работало как работало. Он, да, по-моему, на свои юниты не может ставить, может. Или может, может, да? Он на любые ставит. На любые. Чтобы не блокировали. На свои, на чужие, на все ставит. У него friendly fire не отключен. Ракета, чтобы создать экшен. Экшон? Ага, экшон. Ох, как Сэма хорошо стреляет. Ты, наверное, его побереги. Турель этого сноси потихоньку. Хотя смысла, наверное, в этом тоже нет. Вот чуть-чуть бы. Чуть-чуть, да. А сколько у него жизни у Сэма? Не знаю, честно не знаю. Ну что, у него там как у Архимонда жизни, блин. Ну да, раз. Так и должно быть. Сложность увеличивается и все. И божественная защита стоит. Не, ну вообще на самом деле самая большая защита, я помню, была в миссии Serious Sam. Там больше всего жизни было. Здесь жизни в этой миссии поменьше уже, потому что вот именно Serious Sam самая тяжелая была. Ты там один ходишь. А здесь у тебя хоть какие-то помощники есть. Хоть немного полегче. Они могут на себя отвлекать турели. Ну да, ну да. Знать бы, какая-то по счету миссия. Седьмая. Седьмая, да? Не, все равно ничего не могу сказать. Хотя могу в редакторе сейчас мапу открыть и посмотреть на нее. Так, подсказывать аккуратно. Что
кто где, куда, зачем, почему. Не так, чтобы сразу вот то у тебя слева база стоит, а просто... Да куда? Ну вот опять из-за лага я ткнул мимо. Так, ну-ка убей это дерьмо. Две ракеты, по-моему, должен быть. Ядерные сноси, они не построят один завод. Или построят? Построят. Если их два. Второй-то они не построят, наверное. А две ракеты вылетело вообще, или одна? Одна. Две вылетело, почему? По-моему, одна. Опять хром схрумкал вкладку. Кто по носу золотуха? Шо ты гад? Да нет, две было, они просто, понимаешь, они рядом все, грохнулись. Не пользуйтесь хромом, хром как одна. Упали. Даже спайс. Да, и спайс, и хагвестеров съедает, и червей, который съедает. Он здесь по цели не может стрелять, он здесь, да? Нет, конечно. Хреново. И чинить здание ты не сможешь с одной кнопки. Да уж. И рамки тоже нет, естественно. Там не задавит, да, потому что танк? Нет. Нет, не задавит, я специально его танком сделал, чтобы его не давили, а то совсем без перетел. Ты мне надоел, гад. Да и здесь сейчас? Вряд ли. Какая-то музыка не такая какая-то. В смысле? Какая не такая. В эмуляторе. Килогерц, да, наверное? Я его видел на эмуленде. Я ему там ответил. Чё? По поводу Тома и Джерри, как оно двоих. Да ты сказал, что больше же не будет дел. Очень плохая музыка. Не, ну может быть заинтересует его. Я спрайт сделал уже. Да чё ты? Теперь ждать. Нет, главное, я вроде нажал туда, чтобы он к ним побежал, но, видимо, ракета была раньше. Пока можно чайку заварить. Ну, музон, да, какой-то странный. Ну да, не все так, проигрываются. Вер, что-то там Алекс написал. Поскромнела музыка. Да-да-да. Забавно, да, а это микс. Я уже не помню, там какой-то, помнишь, что в Истианаксе такая же фигня была с музыкой? А ты на паузу, наверное, нажми, да выйди из паузы, и тогда все пофиксится. Да вроде играл. Ты, наверное... Да вроде да. Это получше. Это, наверное, из-за большого количества взрывов, вот поэтому все заглючило. Гемс любит падать. Или хак корявый. Хак не может быть корявым. Я не понимаю, что делать. Я не понимаю, что делать с самолетами. Они же меня все равно убьют в конце концов. Как бы мимо цели я стрелять не могу в землю. Если бы я мог стрелять в землю, я бы стрелял на определенное расстояние, он бы в конце концов. Я не знаю, попал. Я тебе ничего не скажу. Он бы в конце концов самолет бы попался. А тут я вообще не могу, не знаю, что делать. Он меня просто убьет и все в конце концов. Я смотрю, Дюны пытался делать Сигамен. Что? Дюны пытался, ну, ландшафт. Дюн. Да нет, Дюну я не делал. Я взял просто карты оригинала. Их там поперемешал, что из Атрейдиса взял, что из Ордаса взял. В оригинале. Вот это место. Возьми, поищи. Странное. Я сейчас вот этого не было. Слишком вот этих вот ровных дюн не было. Да. Что? Твою мать. Да Япона, да... Ну так и понял. Зачем Сигаман это сделал? Чтобы время тратить. Вот как бы они и урон не наносят. И то есть от них и вреда нету вроде, и пользы нету. И зачем это? То есть трудно понять. Ну, не знаю, я тогда был совсем другим человеком. Чего? Нет, ну ты просто объяснить можешь, это сложности не прибавляет, это только отнимает время. Ну как бы. Добро пожаловать в жестокий мир.
Не, ну я не против. Положил джойстик, да пошел тебе пить чай. А тут тебя отпускает, и в тебя опять попадает, и приходишь, ну, и видно, наблюдаешь. Он же стреляет дальше, чем он уже дальше стреляет, чем ракета. По идее, он должен убить ракетницу. Рум-рум, кредит слоу, лоу кредит слоу. Там базы, кстати, и не было, нифига. Меня. А все, смотри, они не устанавливают ничего. Ну, видимо, не знаю. Что-то как-то слишком просто. Ну, тут не одна же база, наверное. Ну, тут не одна база. Ага. Ну, то, что не устанавливает, это очень даже странно. Ну, значит, все базы раздолбил? Ну... Да нет, выглядит, не все. Что так. Я не мог так просто сделать. Вот я к этому и говорю. Да, видимо, это из-за того, что что-то вот там же в оригинале что-то было похоже. То есть двор есть, все равно не восстанавливают. Там 5 зданий только восстанавливают. Ну, у Сигамана карта, он там может посмотреть, есть ли там строительный где-нибудь. Я сейчас попытаюсь открыть. 7-я, говоришь, миссия, да? Ага. Как только понять, какая именно здесь 7-я. Да. Тут невнятно. Подбегай все. Ближе, ближе! Сразу ближе надо подбегать. Эх, нифига их там еще. Пока бежал бы, там, знаешь, там же их 4 штуки. Пока я бегу, меня бы опять перекрасили. Ну ты беги все-таки. Но мне убивать надо или не надо, или просто бежать? Пока просто я просто бегу, беги, меня еще раз перекрасят, и все, и дальше. Ты просто подбеги я на то расстояние, с которого они... Их много, они на большом расстоянии. Видишь, вот одна, а тут еще две. Короче, будет долгий стрим. Ну да. Бесполезно спорить. Я подожду. Да и я подожду, я никуда не тороплю. Да, честно, и наоборот, не... когда их увидишь, отбегай подальше. А как же их убить? Неважно, просто убегай. Ну там все равно база, скорее всего, в левом углу. Какой смысл убегать? Не могу карту нормально открыть, у меня все глючит. Ну это же Сигамон Продакшн. Ну да. Что-то как-то неправильно показывает количество зрителей на Твиче. Там же побольше должно быть. Липец. Ну... Должно быть, да. Раз в 10. Самолеты лететь. Вот такие вот они первые хаки, первобытные. Алекс сейчас что-то делает вроде. О, у меня получилось как-то открыть. Все, правда, глючит, но как-то получилось. Видел ли? Я бы успел сходить. Вот ты видел сейчас, что произошло? Я бы успел пойти. Я бы шагу не сделал и уже перекрасил. Ну надо в момент, когда он у тебя белый становится. Ну, я успел выстрелить 4 или 5 ракет. Все, это все, что я успел. А занятная карта, мне нравится ландшафт, как я сделал здесь. Надо было. Нет, это как раз таки оригинал. В оригинале точно такая же карта была. 24 номер, я даже скажу вам на номер карты этой. 24. Ну она за какую там, за какой дом? А, так карты без разницы, там даже карты повторяются. Именно ландшафт. Там всего там 26 этих карт. Но они только в конце повторяются на две миссии. Да, да. Может даже и это сейчас я посмотрю. А есть те, которые не используются? Да, походу есть все-таки. Но это не и та карта, которая вот я помню, что повторы есть. Нет, это не она. Да кто узнает, надо рассмотреть. Ну, мне лень. Я не стану это делать. А вы знаете, из редактора Дюны получится хороший порт Дюны.
На NES? Только я не буду... Нет. Из редактора как Дюны... Нет. Из редактора как Дюны получится хороший порт Дюны на компьютер, на гамак. Только кто этим будет заниматься? Чё, не я? Рокет. На что его все никак не отпустим? А-а-а. Потому что такой хак вот. Нашли дурака тоже. Специально увеличил ему время. А вот, все. Наконец-то отпустило. Ну, он как? Опять стреляет, видишь, самолет вонючий. Ну, его отпустило, надо. Вонючий самолет. Я не могу по земле стрелять, чтобы его убить. Хотя. Ну-ка, откуда ты летаешь? Справа, да? Ну-ка, ну-ка. Ага, вот, ну-ка. Давай еще кружок. Ай, я не попал. Так. Давай сюда. Ай, не попал. Блин. Убьет он меня, гад. Ну это жесть, вообще, это самолет. Он еще прилетает, сволочь, каждый раз с разной стороны. Как может? Гад. Подонок. Надо же, ты убил. Чему я отстой? Долетался. Комара пришиб. Что-то у нас в чате нонче тишина, все разбежались, наверное, испугались наших тисинхов. Да, конечно. Не, мне все-таки нравится, как я эту миссию сделал. Ты учишься делать? Пройдись еще раз, я посмотрю, может быть, узнаю какую-нибудь оригинальную карту. Ты вот сейчас идешь вниз, а там редкое веселье. Сколько золота? Перекрашивает. А, это, короче... Нет, это за Харконинов, кстати, седьмая миссия. Это оттуда карта. Вот здесь база, да, вот она и есть. Алсу не дают Хрому Кибергейм посмотреть. Да что ж ты будешь делать, а? Зайди с Мазилы и на Гудгейм тогда. Я всегда Мазилу использую. Мне Хром не нравится, он слишком много действий делает, о которых я не знаю. Ну да. А вдруг Google решит узнать обо мне побольше? Я его тоже очень редко использую. Да что ты? Да снеси турели. Да сейчас. И сносить несколько кликов. Про вкладки съедает, таким каким видео устанавливает. Ты, видимо, видишь, их лишил денег, и они не могут ничего установить теперь. Не знаю, мне пофигу, он, пускай умрут. Он просто умрут, и все. Короче, почему не могут просто взять и сдохнуть? Это стандартная карта за Харконин, седьмая миссия. Ну а почему он должен быть нестандартный? Не, ну то есть дюны такие там были, значит. А, были? Неровные, да. Я боюсь туда бежать. Я же говорю, что это оригинал, я других миссий не брал. Я даже ничего не менял, я только в одной миссии, по-моему, поменял, там гора стояла, я ее убрал, и все. Гора стояла, я убрал гору, она мешала, и все. И третья должна быть слева. Не только за ее доброе качество. Ну, да, сейчас мы к ней идем. И там по дефолту стояла, короче, база Атрибис. Тигаман идет к вам. Несчастные! Несчастные! Серьезно, Сигаман! Трепещите! Пьяный Сигаман ходит слева направо, справа налево. Только свистни, он появится. Сигамен! Ну-ка, от винта! От винта! Не успел, смотри, вплотную попал. Вот он как попал вплотную. Я не понимаю тоже. Он вообще не туда попал, а попал. Это магия. Ну, он, да. Кстати, от базы отъехал, там база. На 5 сантиметров промахнулся и попал, сволочь. Тигаман, как ты это объяснишь, свое оправдание? Ну, примерно никак. И это у меня убеждает. И я тебе верю. Спасибо, Кэп.
У ракеты пинг большой, пишет Талс. Кто-то там 240 рублей смотрит. 240 пи? 240 рублей. Ладно. Рубли с пи не путаем. Рубль пишется руб. Угу. Чтобы все знали. В любом случае все очень плохо. Я уже начал вспоминать, что у меня вкусного в холодильнике есть. Есть хлеба нет. Такая фигня. Только я вспоминал, сколько у меня карташин в мишке лежит. Вот не надо. Ты считал? Или хотя бы... Нет. Знаешь, что? Сижу, пытаюсь вспомнить. Самолет, в принципе, убили бы танк. Можно было один танк где-нибудь, а он не может стрелять по своей. Ну, здесь, короче, все сделано через... Не буду говорить как. Даже если я оставлю танк, я не смогу сам себя стрельнуть, чтобы перекрасить обратно, видишь? Потому что он не умеет. Зачем база нужна была? Там, по-моему, даже завод был. Я, наверное, для этого это все сделал. Большой. Там был электричество, завод бывающее. Я тебе сейчас скажу, радар. А, да, у меня завода нет, но у меня куча танков. Видимо, это делают танки, надо было хотя бы один сохранить, видимо. А зачем? Я же не могу стрелять сам по себе. Тут же нельзя стрелять сам по себе. Так, ну здрасте, ты перекрашен. Ты сейчас враг. А, ну да, точно. Гений. Ну, его бы, я же уже эту идею сказал, просто самолет, скорее всего, убил бы танки. Даже если бы я его увез куда-нибудь в угол. А ракетницы я зачем ставил? У нас он на базе, три ракетницы. Они съелись очень быстро. Более того, у нас даже был один девиатор. Ну, его, наверное, ядерка убила. Да, наверное, за этим я поставил ядерку, чтобы тяжко было. Причем ядерка всегда одно и то же место бьет, вот это интересно. Нет, не всегда. Вправо бил, говорит, какой-то ракеты там пинг большой. Да ничего интересного не было еще пока. Нет, самое интересное сейчас на экране. Да, самое захватывающее зрелище, не переключайтесь. Кредитов нет. Люди стоят друг на друга нацелены. Не переключай. Рука смерти готовится. Он видишь, Липецк, он на меня направлен. И вот как только я отморожусь, сразу он стрельнет ракету. Он наглый, вот смотрит и ждет. Даже я вот слежу за тобой, да? Я даже да. шага не пройду, если вот. Сам я даже Сэм не уверен, что я его сейчас убью в первый раз. Самого Сэма красит. А сам он как бы не настолько умный, чтобы... Тут бы тормоза помогли. Тут бы тормоза помогли, потому что только он отвиснет, ты успеешь разов 10 на указать на девиатора, чтобы он в него выстрелил. Они выстрелят одновременно друг в друга, и один из них точно умрет. Смотрим и машем. Трусами, что ли? Можно и трусами. Если вон, нет трусов, можно и руками. На позапрошлом стриме какие-то трусы тоже ему примерещили. Был такой, да-да-да. Идеально. Пришло новое лицо. Не-не, еще раз смотрим. Все, новое лицо пришло, смотрим. Не переключаемся. Ну вот такие были первобытные хаки Дюны. Древние хаки. Как, Древнохаки. Древнохаки, да-да-да. Древнохаки. Ой, блин, жуть. Да, раньше не было. Сигаман, молодец, конечно, но вот этому он что-то не подумал. Когда еще были черно-белые телевизоры. Дальше хакали через калькулятор. Почему через калькулятор? Просто в контакты картриджи совали отвертки и смотрели, что где не работает. Вот гад. Было очень забавно. Я веселый повар вот хакал. Я дохакался до такого, что у меня оставалась одна рыба, там три рыбы падают и 4. Я сделал так, что у меня одна рыба падала. Это ты о чем сейчас? О хаке веселого повара. А, не знаю такое, к сожалению. Это такая была наподобие PSP консолька, только в 90-х. Электроника. Ты чмо, ты перекрасишься или нет?
И вот я так начеканивал очки на одной этой. Начеканивал. Да. Теперь смотрим, как развивается компьютер. Смотрите, как он неспешно собирает. Ну ты перекрасишься или нет сегодня? Ты, твою мать, вообще урод. Стай харвестеров собираются на сбор спайса. Они сбиваются в косяки. Но когда на них нападает вражеский червь... Гаман. Налогу пасут саха. Правильно, харвестеры. Налогу. Дети, спасите. Харконины. Нет, не Харконины. Нормально. Пейте, дети, спать коктейль, будете здоровы. Что они вообще там едят на этой... Друг друга, наверное. Три раза пытался поймать этого Сигомена, а он ни хрена не ловится. Сигомен не ловится, не растет, не знаю кто. Вот он, гад. Это что за покемон? Это не покемон. Куда ты тут? Гад. Тут у Сигамана еще 5 перекрашивающих нами стоит. Могу точнее сказать. Больше 5. О, намного больше. Стреляй ты, мать твою. Ну. Ай. Я даже не знаю, есть ли тактика против этого всего. Да какая тактика? Ты же досидеть и тупить. Опять. Да, это веселая миссия. Ну что ж, миссия захватывающая. Не переключай. Харвеста. Сейчас мы можем наблюдать, как харвестеров разогнал какой-то дебил. Дебил, точно. Такое иногда случается. Ну вы не бойтесь. Этих харвестеров уже нет. Что так долго сделали? Зачем так долго перекраску? И вообще мне не нравится, что они перекрашиваются с первой же пули. Надо было, знаешь, это древнохак. Надо было танк себе оставить. Нет, видишь, дело как? Не хак, я в смысле, я имею в виду и оригинальный. Да я тебе говорю, хак убили бы самолеты. Фигама. Наблюдаем за жизнью курсор. Там же турелей нет, если бы хотя бы были турели штуки 3-4, чтобы прикрыть от самолета. А там так. Есть завод для починки, там есть... Починки чего? Рада. Танков? Для починки, ну, что? Танков. Так денег, ты видишь вон цифру? Это вот ушли только на ремонт одного завода. Лично. Вообще-то там завод есть еще для переработки спайса. Его вроде как при старте не снесли. Нет, не снесли. Снесли электростанцию. Ну, электростанция. Зато у нас есть спайс, можно, в принципе, базу всегда чинить. Ну, и на тебя будут со всех сторон, получается, враги ехать на танках. Хотя, может, они на Сэма отвлекутся, кто его знает. Я не знаю, чем я думал, когда я делал эту миссию. Реально. Об армии. Наверное. Он уже был весь там, мечтал. Нет. В мечтах. Нет, я не думал об армии. Меня тут даже, по-моему, еще не собирались забирать в армию. Это только позже было. Да. Все очень плохо. Сигаман под кайфом, вот это. Спайс! Так много спайса. Правда, он зеленый, а не оранжевый. Это, наверное, какая-то переработка. Сигамена отпустила, и он идет атаковать базу. Нет, он идет за новой порцией. И снова. Он пришел за новой порцией. А пока его плющит, я съем конфетку, не отключайтесь. Откуда, твою мать? Откуда, твою мать, у сардукаров? Девиаторы. Ну, это Сигаман. Откуда? Он еще сейчас объединится. И все решили объединиться против Сэма, а то Сэм что-то опубел. Он еще сейчас, значит, видишь, стрельнет. Кто все-то? Тут одни только сардукары. Ну так. Видимо, такая история. Я не помню историю. Да. Сардукары объединились с сардукарами, еще и сардукары. Такая вот история. Откуда у тебя конфетки? Я их покупаю. А то ли дело Липецк.
Я их не для тебя делаю, чтобы ты их покупал. Смотрите, сейчас Харвестер опять полетит собирать спайс. Зато какой стрим маленький будет в Липецке, если один и тот же экран будет показываться. Но когда качать, в смысле, его потом. Я уже думаю насчет этого. Самолеты? Самолеты не могут добывать сами спайс, поэтому они помогают добывать Харвестерам спайс, чтобы пока самолеты переносят Харвестера, Харвестеры делились спайсом с самолетами. Все, я... Круговорот дюны в природе. Точнее, спайса. Алс пишет, мы установили вам сардукаров в сардукаров, чтобы вы могли управлять сардукарами в своих сардукарах. Успел, вот. Конец. Продолжаем. О, я вспоминается Shining Force. Это пошаговая стратегия. Да. А и, кстати, можно, Дюна, я думаю, несложно сделать. Да, да, можно сделать. Это будет такой геморрой, не надо. Лучше не надо. Я уже боюсь. Идти неделю. Я уже боюсь, не надо так делать. То есть это каждому юниту нужно будет указать, куда он должен идти и что он делает. Ну да, ну только понимаешь, что должно быть поменьше юнита. Это ужасно. Это ужасно. Нет, лучше не надо. Нам достаточно того, что сейчас мы пошаговым идиотизмом занимаемся. Это Боланс. Это Боланс. Я с этого чата не вижу. А его и нет. Ну да. У меня только один чат работает, с Твича и все. Я думал, в стриме буду читать его. Пишите там в чате о Сигамене, что вы о нем думаете на самом деле. Что вы думаете о Сигамене? Ну, я думаю частенько о его сардаукар, о его хаке, дюны. О его сардухаке. О его сардукар. Я помню, когда я дюну разбирал, я когда ее разобрал, я постоянно потом взял себе фразу такую, всегда говорил, по самой сардаукаре. Да, помню. Ну вот, постоянно это говорил. Потом перестал, не помню, когда. Древна хаками. Древна фраза. Ну вот, Алс уже предлагает, что надо сделать. Умри. Умри, несчастный. По поводу Shining Force, как сделать на дюне его. Кто это вообще? Это не мой. Че он не мой? Кто? Где? Мужик? Мужик. Джеки. Из танка вышел. О! Кто там? Ай, турель, слава богу. Только движуха пошла, движуха! Классник! Я так будет опять. Ну, еще на 3 часа. Еще раз. Ах, все испортилось. То есть зря я чат показал сейчас, да, вы хотите сказать? Ну вот, видишь, что Алс предлагает это? Внедрить какую систему сюда, Сигамен. Ну-ка, где? Чтобы, типа, тяжелый танк. Убил тяжелый танк. Тяжелый танк получил 50 опыта. Девиатор атакует, танк отравлен. Конфузия это. Или в конфузии он, да. Это самое, серьезный Сэм не может. Серьезный Сэм не может выполнить действие, потому что серьезный Сэм под спайсом. Лаунчер атакует. Первый удар промах. Второй удар попал. Типа вот так вот. Найден новый предмет. Спайс. Для танка это новый предмет. Танк не интересуется спайсом. Выучен новый скилл. Быть под спайсом. Уровень повышен. Ох, как все грустно. Ты же сказал веселые миссии. Ну, миссия веселая, да. Я помню, когда сидел, я
Я там над многими миссиями сидел просто часами, я не знаю. Вы знаете, весело было, когда сидишь вот это, ждешь вот так. Ты бы хоть уменьшил, ты же вот хацкер, ты что, не мог уменьшить время перекраски, что ли? Я ничего не мог, я единственное, что смог, это вот юнитов поменять, и все. Одну цифру не мог поменять, одну цифру. Тогда даже апельсинового эмулятора не было. Вот представь, как мы хакали без апельсинового эмулятора. Это ж просто хардкор. Через калькулятор? Нет, просто дизассемблер интерактивный и ассемблер. Что точнее, ты компилятор, будешь делать? Всё. Ну, чит-дебаггер-то вроде не шел добавлял. Что? Он плюшки какие-то добавлял. Давай, Алс, предлагай еще. Ну, без бряков. Представь, как неудобно играть-то. Фу, хакать. Ну да. Я вот, это все равно, что я вот гоферовскую прошивку ломал. Это представь, чтобы мне что-то новое в нем открыть, это мне приходилось компилить, вставлять флешку в компьютер, скидывать, вставлять флешку в гофер и ждать, пока он загрузится. Я это делал, в принципе. Это было ужасно, но что-то я уже сделал. Я сделал чем нормальный звук. Сигамен гофер? Гофер? Да, не знаю, я им уже не пользуюсь. Но он очень годный, когда у меня свет выключается. Я сразу про него вспоминаю. Свет выключается, гофер включается. Свет включается, гофер выключается. Но его надолго хватает, как аккумулятор? Ты знаешь, я когда звук поменял, то есть сделал нормальный звук, он стал меньше служить. Нет, так, но он, я... так он служил часов 10, если со звуком играть, если без звука он служил часов 15. Сейчас его хватает, наверное, часов на 7. Со интересно, звуком. Сколько на PSP будет через эмулятор? Насколько хватит? Я не знаю, у меня PSP нету, и в планах нет покупать себе PSP. Да я вообще себе ничего покупать не собираюсь. Да правильно, все лучше все продавать. Да. Не, гофер я не буду продавать, пусть не лежит. Танк-танк присоединился к силе. Да? Танк не может поднять новый предмет, все руки заняты. Нормально. Откуда у танка руки тут просто? Не заняты, а связаны. Гусеницы связаны. У него стрела в дуле, он не может повернуться. Все очень плохо. Все отлично. Ты воспользовался этим. Там должен быть еще один девяток, так что бойся. Поздно вот он сказал. Вот он, гад. Ты не беспокойся, там есть еще одна база, на которой еще девятор есть. Ну и курим бамбук, че. Ну нормально, правда на Аракисе нету бамбука, но его в принципе можно вырастить, если очень постараться. Это надо будет нам этот фрегат отправить на землю, чтобы он бамбуком запасся. Сигаман, а у тебя неплохо монтаж, я думаю, получается. Где? Ты можешь видео ускорять. Где? Вот ты выкладывал видео Zero Tolerance, ты там что-то ускорял. Ну да. Да. Ну такие мутные моменты, в которых не очень интересно. Так вот, ты скачаешь это видео, ускоришь те моменты, где мы простаивали, потом передашь мне, я залью это, и ты скажешь, это мой хак. Давай сделаем проще. Стрим закончится, и я лягу спать. Как тебе такой расклад вещей? Меня устраивает больше первый вариант. Ну, а меня устраивает, ну, меня устраивает второй вариант, так что между нами беда. Беда? Да, такая большая, толстая и оранжевая. Большие города. Чё, оранжевая? Да, оранжевая. Она из спайса сделана вроде как. Я бы не стал ее есть, все равно. Я предпочитаю картошку хотя бы. Можно и сырую, сыравку, тоже вкусная. Меня, кстати, удивляют люди, которые никогда не пробовали сырую картошку. И тем более не хотят этого делать, это странно. Она же вкусная, блин. Она же невкусная. Да вы что, гоните? Как так? Сырая. А луковицу сырую вы ели? Не, ну лук-то это лук. Он всегда сырой, грубо говоря. Ты если только его пожаришь, а так-то он нормальный. А вот так просто ничего с ним, если не делать, просто съесть луковицу. Я ел луковицу. Ну я целиком тоже ел, но лук это лук, это как яблоко, а картошка, грубо говоря. А картошка это не съедобная, она там крахмала. Да что ты мне рассказываешь, слышишь? Нормальная картошка. Без жареного, вареного вида она не вообще.
Вкусная очень. Кайф. Неправда, очень даже вкусная. Если ее помыть, конечно, хорошо. Если ее не помыть, она, естественно, будет не очень вкусная. Я сказал, с помойки хорошо найти. Конечно, в помойке хорошо найти картошку. Там картошка нам как раз покроется тем самым вкусным, чем может покрыться картошка на помойке. И потом еще и можно будет кинуть в постиралку. Постиралку. И вон, лезет, давай, давай. Ждем. По идее, ты его должен был успеть перекрасить. Он умер, умер. Он умер. Но он успел. Но он успел тебя. Ядом. Плюнуть. Запустить. Плюнуть ядом. Все, Сигамен опять отравлен. Танк Сигамен отравлен. Не, помню, помнишь, юзер это, в какой-то битве там, меня там всех героев почти отравили. Угу. Четверых, что я помню. Ну, вообще. Там автор, я говорю, перемудрил с отравленными этими. С отравлением, короче. С веселящим газом. Веселая миссия. Да, весьма веселая. Мы можем продолжить разговор о картошке. Давай. На Дюне нет картофеля. Как они готовят суп? Из чего? Может завести, почему нет? Что значит? Как червей это самое ловят. Шайхутов, да? Шайхутов они всех вылавливают аккуратно. Черви, они им поклоняются, они их едят, да? Это же чистый белок там вообще. Так вы понимаете, и желток, я... и желток тоже. Еще немножко, и особенно вот хорошо будет, если из всего желтка выбрать весь песок, будет вообще замечательно. А вот какой шайнинг? Первый или второй? Что? Второй отличная игра, да я вон пишу в чат. Какой он прошел-то, ну, что-то говорит, прошел опять. А что за разочарование? Второе это одна из лучших игр. Это про что? Про Shining Force? Ну, ты понимаешь, некоторым и Final Fantasy 7, например, не нравится. Ну, ему, видимо, да, концовка там не понравилась. Мне она тоже не шибко. А что там, нормальная концовка? Хорошие победили. Я один, что ли, тактикс только играл, и все. Какой тактикс? Ну, Final Fantasy Tactics. Это, по-моему, пятая часть считается. Я проходил. Офигенная игра, я ее обожаю. Ну, просто пушечная. Ну, нормально. А так всегда. Что ты дурак, а? А так всегда. Я вот помню, когда мне попалась только игра, она мне попалась вместе с PlayStation, она шла. Ну, с рук брали PlayStation. И когда я ее запустил, думал, что за фигня, а потом я как залип в нее. Он, юзер, говорит, что с кузнецом ему, с Мифрилом, намудрил. Он качался 5 часов, убил Зиона за двойник. Вот ну так. И конечно, ну ты сам виноват, что ты настолько раскачался, то есть как бы они-то тут при чем? Это в любой игре так можно хакнуть ее там, я не знаю, все параметры на всю и пройти за 3 минуты. Это видишь, это самохак получился, то есть игровой самохак. Так, ну-ка я погляжу на карту, сделал небольшой отсчет. Так, а ты вообще, ты уже почти все прошел в этой миссии. Кстати, юзер, а ты первую часть да, прошел? Да, совсем помнишь? Прошел. Нет, не помню. Охренеть. Вот мне первая кажется, часть... если девятая миссия неудачная, ну? После этой миссии, не знаю, какая будет девятая. Ну да. Но между этим будет восьмая сейчас. Алс, я этим заморачивался не первое прохождение. То есть... Второе или третье, понимаешь, когда мне было просто, ну как бы я уже наигрался, мне интересно было посмотреть до конца, что там будет. А первое прохождение я проходил нормально. Ты мой герой. Куда сейчас? Ты смайлы придумал не Торин. О, и смайлики. Я 14 копеек где-то нашел. Видать, кто-то обронил, а я нашел. Там же, где картошка лежала. Не, наверное, Харвестер все-таки успел заспавниться и немножко собрать. Ну что, погнали дальше? Липс. Код запишите. Код. Восьмая миссия. Тяжелый металл. Да, походу будет тяжело. Все дома объединились. Что вы говорите? Теперь Атридис, Ордос и Сардукары хотят поддать тебе под зад. Но мы, короче, сами мы им сейчас настучим.
Два девастатора, два Sonic Tank, два девиатора и два квада помогут тебе. Ага, два квада особенно. Ну, два квада что они будут? Они будут разведывать территорию. Угу. Можно по всей территории разъехаться, уничтож... там у них жизни побольше. Уничтожь сначала главные базы. Секрет миссии заключается... Чего в этом, короче? А, что-то какой-то секрет там есть. Найди и используй это. Потому что там второй где? Саботер есть. Может быть. Что-то, короче, какой-то секрет есть. Секрет. Я сейчас эту миссию открою. Ох, сейчас ты ее откроешь. Ох, помню. Такие самолеты летают. Улетели. По-моему, еще один есть. Или десантом его там. Не помню тоже. Да где ты там? Но миссию припоминаю сам. Мастер изумруд. Мастер изумруд. Так, а Сигаман, ты умеешь бегать? Кстати, Кнаклс у нас. Кто-нибудь один говорит. Кнаклс у нас кто-то пропал. А ты помнишь, Сигаман, что за секрет? Да я сейчас гляну на карту и, может быть, вспомню. Ох, какая... Офигеть, какая карта! Какая база! Какая карта! Какая жесть! О, я секрет нашел. О, классный секрет. Слушай, мне нравится. Только его использовать нереально. Чего нереально? Ну, началось, самолеты. Все умерли. Это эпичная карта. Сейчас твои войска все порвут нафиг. Да, конечно, порвут, я не сомневался. Вот над именно этой картой я очень долго сидел, и потом еще долго очень ее проходил. У девиатор, девиатор мочи, юзер. А где он, я не вижу. А, это, наверное, твой был. Да, это твой, наверное, скорее всего. Сейчас расскажу, там есть девиатор или нет у тебя. По-моему, я не давал есть, девиатор. Есть, вон, вот он. По нему вообще-то смоляют. Ну, я ничего не могу, самолеты же, самолеты убьют. Да, у тебя есть девиатор. Чё делать? Чё там Кнаклс пишет? А? Из-за смайла. Кнаклс обиженный, как обычно. Пусть страница обновит. Пробует. То есть, плеер. То есть ты первую часть не проходил, да, Юрий? Shining Force? Да проходил, ну ты чем слушаешь, Рокки? Проходил, но ничего не помню. Ты спросил, ты какой вопрос задал вопрос? Ты задал вопрос, помню ли я что-нибудь? Ничего не помню. Ничего не помню. Но я проходил. У тебя танков больше нет? Нет. Плохо. Ну а чё их самолеты бьют? Ты чё, чё ты предлагаешь, я не пойму. Так, тут у нас девиаторы по всей базе. Да, еще одна очередная долгая миссия. Капец. Классно. Тигван прополняется. Про что? Классно. Про что? Где-то еще Сигаман бьет, по-моему. Кто так может бить еще? Сигаман, да, тут еще один есть. Блин. По-любому он там где-то есть. Ты, ну, кстати, есть нашел... где-то, я не знаю где-то. Тут надо по карте посмотреть. Ты, кстати, сейчас нашел секретку, но эту секретку уже разбили, пока ты ее нашел. Ну тут что-то было, видать. Да, было что-то. Хорошо бы было рестарт сделать, но это уже на твое усмотрение. А может быть твои самолеты? А, нет. Самолеты летают. Хват, ты чё стоишь? А, так у тебя всё-таки есть танк? Ну пока есть. Где этот Сигавумен? Внизу. Бей его. Сигавумен. Тоже мне, блин. Еле бел, бегает. Ничего себе еле бегает. У него скорость... Вообще еле бегает. Быстрее, чем у трайков и у всей этой фигни. Серёг, всем. Сигамен это еле бегает какой-то. Ничего не видно тут. Без радара ни хрена не видать вообще. Где этот Сигаман? Вот он. Короче, Кнаклс от нас уходит, потому что не может нас смотреть. Да мы сами себя не можем смотреть. Ему больно на все это смотреть. Больно. Жизнь боль.
О, надо же. Нахер. Какой зелененький. Да, он зелененький под кислотой. Ну... Под спайсом. Правда, под спайсом он должен был быть бы оранжевый. Да. У них, в принципе, и девяток зеленым стреляет, так что, видимо, они под одним все. Куда ты, спайсом? Да? Под одним да, сортом спайсом. Да ты поехал. Да ты поехал. Поехал, да. Алекс, кстати, угадал секретку. А я нереально воспользовался. Может, там база была? Вообще, да. Ну, МЦВ. Я тоже угадал. Видишь, я тоже догадливый. Ну, разве ты секретка? Догад. А может, там еще и Сэм стоял сейчас? Вот, смотри, ой, там стрелял, стрелял, и никакой пользы. А-а-а, твою мать! А сейчас его кто-нибудь пнет, Сигамен. Сейчас я... О, кстати, вот зачем танк нужен. Чтобы его сбили. С наркоты с его. О, все, перекрасился. Ой, самолет дропнул однажды. Ну вот, видите, значит, танки не просто так стоят. Танки нужны, чтобы Сигамена на верный путь направить. Ты так его Сигаменом называешь, что я немножко путать начинаю. Да куда ты стреляешь? Стреляй туда. Куда ты? Куда ты? Я думал, ты дезавиатору говоришь. Сигамен тут вообще какой-то бестолковый, да? Даже Сигамен. Ага. Не, ну ты говоришь. Самолеты задрали. Вообще. Это самое, сделать ему неуязвимость от этого. Не, ну это было бы слишком просто. А, кстати, квад можно себе взять с собой, его возить, чтобы если что, если где, он бы подъезжал бы, выстрелил тебя в разочек и убегал бы от тебя. Хотя я не знаю, Сэм может его застрелить очень быстро, так что... Рейзер пишет, все-таки скучновато все это смотрится. Ну, а что же вы хотели? А вообще нормально смотрится стрим сам? Это ж хардкор. Ну как хардкор? В общем, жестяк. О, вот эта база, она просто сумасшедшая. Привет, Ктор. Если что, надо еще и серых как-нибудь добавить. Никак их не добавишь. Не, вообще можно попробовать. Но тогда придется систему взять, скажем, из Comic Zone спрайта вот. И все рано или поздно начнет лагать. Если на экране будет весь экран с этим спрайтом, и все будет лагать. Так что смысла идет. Смысла в этом никакого нет. Смысл блин, стрим нормально идет. То есть Дюну лучше сделать не получится. Лучше можно сделать только экран брифинга. Я рассказывал об этом Тай на форуме, но меня не только Тай, меня вообще никто не понял. Я всего лишь предложил сделать так, как в том же самом сделано Сонике с водой. То есть посреди экрана просто палитру менять. За счет чего можно было бы добавить фиолетовый цвет для земли. Это чисто на экране брифинга, то есть чтобы не было у тех же самых сардулкаров, вся планета окрашена сардулкарами. Таю проще это костылями поправить. Ну да. Таю всегда проще. Тай не заморачивается. Ну, своих и все сделать, короче. То есть он мне где тоже... она? Где она? Не хочешь, вижу. Говорит, научиться ромхакингу, кури мои доки, говорит. Отлично. Как убить проверку на чексуму? Надо поставить нет. Проверку на проверку чексумы. Ой! Опять его. Но он пока бегает, должен быстрее вроде как отморозиться. По идее, да. Вот. Да, он его быстро отпустит. Бегу. 10 шагов, по-моему, он сделает, да, вот его отпустило. 10 шагов тихого вальса. И опять. И сейчас, если он куда-то пойдет, это будет здорово. Давай, давай. Ну все, я пошел. Ну он вот убежал, дебил, это вообще жесть. Убили. Все. Убили что ли его? Ну да. Да конечно убили. Надо же. Здорово, начинай заново. Серьезный Сигамен. Начинай заново. А у тебя танки есть, ты еще можешь побиться немножко.
Вот вам и Sega Man. Давай, рестарт, смысла нет вообще без Сэма бегать. Где-то я это уже слышал. Что? Ребята, это полный эпик. Когда я проходил какую-то четвертую или какую-то миссию. Ну какая и у меня убили этого Сигамена, то я без Сигамена ее прошел. А я не помню. О-о-о, это надо видеть. Какая разница? Все, рестарт делать, что-то. Когда я там одним танком, там, не знаю, отвлекал на себя, там всех остальных. Какая разница, рестарт делать? Да не буду я рестарт делать, что пристал? Ты не разнесешь их никак. Я не собираюсь разносить, я хочу посмотреть, где база. Ну пожалуйста, разносить. Да что ты встал-то, дебил? Что ты встал-то, я не пойму. Да ехай ты, ну не чё едет, вы... Не едет эта сараюга, вот не едет, он хочет, она ехать. Его сейчас самолет возьмет и повезет его никуда. Да, за карту его повезет, высадит его за карту. Они друг по другу же не попадут. Не, ну а повезет, если самолет привезет. Ну, а что-то они какие живучие эти. Не, ну видать, Сигамен там ты добавил еще и техники, да, жизни. Нет. Ну он, смотри, какой. Ну вообще, он тоже Соник Терминатор какой-то. Да, его бьют, а я ему пофигу, в общем. А, этим твоим танком, да, я добавил немножко. Потому что тяжелая миссия. Да. Ну давай с Соником бей, че. Yes. Алс говорит, что в Дюне есть такой баг, что покрашенный юнит, если в ремонт послать, он твоим становится. Нет, это не такого, это не работает. Нет. Я пробовал, не работает. Это другой баг был. Не помню какой. Это другая. Я даже помню, когда я посадил, это было посадил вражеский танк к себе в ремонтный завод, он починился и уже оттуда вражеским выехал. То есть его отпустило уже будучи там. Он так аккуратно со всеми поздоровался. О, привет, меня отпустило. Они, да, тебя отпустило. Ну ладно, ладно, мы сейчас тебя тоже отпустим. Только ты не серчай. Это самое. Привет, Андрен, это восьмая миссия. Как у тебя стрим идет, Андрен? А почему вражеские стоят танки? Они что, совсем упоролись? Какие стоят? Ну стоят, видать. Да ну, они сам проедут. А, ну, да нет, они, видимо, просто тупят, потому что древностар. Выехать не могут. Да. Они ехают и выехать не могут. Мы ехали. И приехали, наконец. Ура! ПК-версии с девиатерами есть полезный баг, если ты еще до перекраски выбрал вид команды, например, атака, но не указал куда именно, то ты сможешь отдать ему этот Андрей, приказ, а как ты так? Когда он уже станет вражеский, и он выполнит. Ничего там сколько Алекс Вольт написал. Да пусть они бьют свою базу, а я поржу, что это такое? Андрен все потерял, даже геймпад. Да, Андрен. Как-то знакомо. А, все, ты, наверное, всю технику потерял, они теперь по твоему мочат. А стрим у тебя как идет? Да, тебе сейчас все, капец. Сонику жить так недолго осталось. Его сейчас самолеты зажманают. А по-моему он и по самолетам, по-моему, не умеет стрелять. А он ничего не умеет. Давайте сменим позицию. Давай, успей только. Вон они. Можно было бы перекрашенному Сэму давать команду сделать 10 шагов. О, вот еще от чего это самый защищенный самолет. От Соник танка еще. Матка. Нифига себе там. Режь правду матку. Да. Они своих танков он уже разбили. Ну эти это повезло. Смотри, чтобы Соник туда не поехал, а то его придавит. Я вижу. Вообще терминатор. Ты маньяк. Сколько можно делать баз?
И это вообще не на лимит хаки. Ты прикинь, если бы это лимит хак был. Я, у меня был дикий бугут, когда я карту делал, открывал карту, а там ни строений нету в каких-то местах, ни юнитов нету. Потому что лимит превышен. Приходилось миссию переделать. Это как в этой миссии. В этой миссии должно быть две базы, но здесь только одна. О, у тебя еще один, во. Ты его тоже тащишь к тому же. Если геймпад не работает, либо на клаву, либо новый геймпад покупать. О, и все, что он сдулся. Ну, похоже, что убили. Идет, Андрен. Ты не ответил. Нормально или нет? Есть картинка? Три восклицательных знака. И вопросительный еще. Матку зато нашли, это хорошо. Не едет. Соник перекрыл дорогу. А разнообразие Соников можно смотреть бесконечно. И слушать Соников тоже. Звук ничего. Здесь не такой, как у Андрена был. Ох, ничего тут сколько у тебя. Ёлки. Жужу, жужу, жужу. Это мне жужу. Зато они свою же базу тоже могут разнести аккуратно. Да ты есть оттуда. Я представляю, в объезд. Я у Андрея спрашиваю. А он про геймпад. Ладно, короче. Хотя он сейчас самолеты разнесут. Да я вижу. Ну а чё я могу? У меня против них, если только базу разворачивать, а больше чё, я больше ничего не могу сделать. Я вижу. Если в базе можно будет построить еще сигаменов. Ну. Ну это только секрет в том, что можно еще построить сигаменов. Последний. Блин, они чинятся, что ли? Последней миссии можно сигаменов строить. Наконец-то. Что там наконец-то? Мне не все видно. Я спросил, как идет стрим. А? Есть картинка? Есть, есть. Че, проголодался, что ли, Сигамэн? Есть, есть. Картошку свари. Да можно было бы, наверное. Вы меня подождете, пока я картошечку сварю? И тишина такая, да? Мы-то подождем, картошечка не подождет. Вон, о, Алситин Хара, боже мой, какой ник. Хром тоже что-то там кушает вкусное. Ты просто Алс. Просто Алситин Хар. Ахахаха. Все. Все. Сдулся. Как ты умерла? Тут я не понимаю, мне. Так, значит, у меня два термоядерных Соника и один Сириус 7 термоядерный. А чё миссии не заканчивают? А чё ты хотел? А чтоб гейм овер был? Я убил проверку на строение и всё, а на юнит у меня проверка не работала. Вот ну! Блин, что ж так всё запущено-то? Я про свой стрим спрашиваю. Давай перезапускай. Я тебе когда ещё говорю перезапускать? Да. Я представляю, какие там звуки, я их не слышу, слава богу. Такс. Что мне лучше сюда доехать? Наверное. Рассказывал. Эксклюзивное блюдо от Ромхака, печеный стрим. И про девятых не забывай. Ну они тут, видишь, не очень опасны, потому что есть. Он ну, 10 шагов пройдет, перекрасит. Вообще молодцы, красиво стоят. Хорошо плывут. Красиво да. Плывут. Белые кораблики. Да. Значит, белые корабли. Сюда и сюда и сюда. Ой, ну сигаман. Что? Ну погоди. Погоди. Ну погоди, ладно, погоди. Че, за базой-то бежать, нет, Липецк, или наплевать? Да раздавит меня, там у них столько всего, это жесть. Ну, мне кажется, базы вот эти, завали их, а там уже секретку найдешь. Секретка сейчас, она уже внизу там. Она в этой ли миссии, я уже не помню. Сейчас я на карту посмотрю.
Там сейчас Соники да. вонючие еще 100 штук приедут Соников. А и как вариант, можно секреткой все-таки воспользоваться, они отвлекутся на секретку, а ты пока будешь базу разносить. Можно. Визер будет сражаться до последнего, даже без юнитов и зданий, пока не увидит гейм-овер, которого не будет никогда. Нет, Визер не из таких. Это скорее... в моем стиле так играет. Ну это, конечно, надо видеть, как я проходил. Висеп. Ого, Юзи, да, вот сюда прямо, ага. И иди туда, о! Отлично. Девиаторов выпустил. Или это просто ракетница? Быстрее! Андрен, как этот стрим идет? Вот этот, который сейчас идет. Кстати, вот, этот же. Sonic Tank же, то есть девиатор бесполезен против Sonic Tank. Разве? Вот две пушки сразу. Да. Но если они перекрасят, он же не сможет нанести товарищу своему урон. Даже если перекрасит. Ну товарищу, да, а вот в обычным танком нанесет. Ну вот в этом все свободный блок выше поставь. Свободный блок, да, вот сюда. А вот девиаторы, зато они эффективны. Нормально, без лагов. Уже лаг есть. Против девастата. У меня постоянно лаг. Для ногтей? Да. Ну вот, я спрашиваю. Для волос. Для волос. Через полчаса только Андрен ответит. Конец. У Андрена тоже лаг. Вот и все. Для волос. Хрен его знает. То есть даже если я говорю перекрасили, ничего страшного, ничего не произойдет. Да, все будут стоять на своих местах, пока его не отпустят. Как было в прошлой миссии. Зато хорошо тебя обстреливают. Очень хорошо. Я вижу. Блин, вот мне что интересно, а получается пули это юниты, а вот а именно взрывы. Мне интересно, кто такие взрывы. Вроде бы их там нет в качестве юнитов. Мне интересно, как они реализованы. Что-то я не понял. Утая бы спросить. Алекс хочет текст поражения, что ли, увидеть? Да его не будет здесь. Поражение никогда. Да, здесь поражения не будет. Я, кстати, сейчас сырцы гляну, мне интересно, я писал ли там этот брифинг поражения. Сейчас залезу, посмотрю. По идее, вроде как нет. О, Sonic Tank, прибей, он тут. У меня тут есть вообще? Какой, который меня бьет? Ну, конечно. Гад. Все, остальных, на остальные там вроде. Ну-ка, давай-ка. Я так и не понял смысл твоей просьбы. Убей его. Да. А нет, подождите. Нет, я не писал. Это что-то не то. Или то. Ну, сейчас его самолеты прибьют, какая разница. А уже прибили? Или он еще живой, я не пойму. Ну, живой еще. Вот, а где я его не вижу? А, вот он. Нет. Че? А, сзади. Да, юнита в первую очередь. Видишь, и вот эта перекраска, короче, на Sonic Tank, она редко влияет. Блин. Еще вот в чем прикол. Ай, ну все, она вот это самое отпустила. Во, вот эту, как ее, блин, авиабазу снеси, вот эту дурацкую, вон там. Сейчас. Рядом. Не могу брифинги найти. Что вы, сколько вас? Что мы, столько нас? Что ж столько вас? Столько так, нас, Соник, сколько не вас? Так, Соник, стоим, чё стоим-то, я не пойму. Чё стоишь ты, а?
стулом качаюсь. Не, я не могу брифинги найти. А Майкл Би, да, делал? Все сразу про Сигамена забыли. Вон еще авиабаза. Я убил, вроде. Ну, хак и был рассчитан на сплошные взрывы. Был рассчитан и на... Что я несу вообще? Он вообще не рассчитан. Да, он ни на что не рассчитан, он просто есть. Вот как есть, берите его и ешьте. Невкусно, ну, значит невкусно. Потерпите немножко, чай не помрете. Не-не, от чая разве можно помереть? Чай, кофе. Потанцуем. Да. Как легко ты согласился. Я думаю, уговаривать придется. Такое чувство, что хак делал не Сикамен, а Майкл Бэй. Одни взрывы кругом. Ну и ладно. Мы же на войне. Да. На войне, что, на войне. А что тут должны быть? Блондинки, что ли? Сэм тоже как, видит. Как в Ганфорсе. Блондинки у этого. У Кнаклза. Я думал, у него брюнетки. Волосы, трусы у него там же спрятаны где-то. Наколзы. Что-то мне кажется, что твою сумму сейчас разнесут. Ага, Бейгамен, да. Кто руку подметил. Да не снесли его еще пока, блин. Ну, у меня такое чувство, что его сейчас несу. Повезло вообще, вообще повезло просто чисто. Ну видишь, у тебя там тоже вот эти терминаторные соники стоят. Все нормально. Они, если что, его на путь истины могут возвратить. Ну это хорошо. Должен Girls. Girls есть в Gun Force 2 на игровых автоматах. Здесь, ну, они не нужны, их как минимум будут убивать. Неприятное зрелище. Какой-то легкий хак пишет Андрен. Нифига себе легкий, слышишь? Я посмотрю на тебя и проходящего, да, проходящего уже видели, как его он играет на консоли. На консоли пусть пройдет, а я на него посмотрю. Что Sonic Tank неэффективен против Девастатора, по-моему. Чему? Сигамон далеко стреляет, сейчас мы всех замочим. То, что он пожирнее его будет, вот чем. Сигамон, будешь ли ты... свой хак пересобирать на новой сборке? Да мне нет никакого желания. Да я и не у тебя спрашиваю, я спрашиваю у Перса. Даже вот так, да, я вам уже больше не нужен, ладно, я тогда пойду. Они, прикинь, они там еще джип не могут убить. Сигамон, ты, похоже, всех усилил. Ну да. Если что-то усилил одно, усилилось и у всех, но, видишь, ну это жизнь уже кончилась. Он, наверное, патроны ослабил. А чё, есть на карте, что ли, этот хак? Ага. Ну, так можно же записать, почему бы и нет. Работать будет, никуда не денется. Потому что... Запиши. Кстати, я криво собрал этот ром, потому что он весит 2 метра, но он поместится и в метре. Так спокойно. Я тебе сразу об этом сказал. Тебя сборка собирает. Так 2. Я сейчас только сейчас посмотрел на составляющие, то, что там внутри него, и очень много свободного места не использовано. Вонючий завод стоит. А даже если миссии больше, то они намного больше, чем в оригинале. Они не больше. Тут наоборот миссии меньше. Наоборот, больше должны быть. Раз у тебя столько объектов на миссии. Ну а ты еще и за... Лордосов играешь из-за Атрейдисов, да? А, ну если ты эти удалишь тупо, то да. Так я их удалил, их там даже нет, их имен там нет.
То есть, если ты попытаешься запустить карту за Тридиса, все равно запустится первая карта. Они все ссылаются на первую карту. Все задницы были пнуты. Да, пнуты. Отлично, Сэм. Какая легкая миссия. Да-да, за 10 минут да, прошел. Да, что-то оно, да, легкое получилось. Я помню, над ней мучился. Нормально. Нет, я над ней, помню, мучился долго. Прям это, наверное, на разогнанном будет. А это только на Рубхате. Примен Дум. Готовы все? Погнали дальше, Липецк? Конечно, да? Погнали. Нет, подождите, я не готов. Все, я готов. Да, все дома уничтожены. Хурикан! Чего? Сканер показал еще какую-то базу. Это фримены. Да ладно. Люди, они это очень сильные солдаты. Удачи тебе. Ты должен уничтожить их. Теперь у тебя есть база, главная база. Да, и теперь ты можешь делать Сэма. Ты можешь, да, делать Сэма. Будь осторожен. Они это могут делать Сэмов тоже. Это легкая карта, это легкая карта. Как хорош, как есть. К тому же в новой сборке самолеты не атакуют юниты. Чё это так просто? А какой смысл в этом? Не, на Таю надо руки оторвать. Как могут самолеты не атаковать танки? Это же не прикольно. Ну, вмешайся в процесс. Ой, делать не будешь ничего. У тебя два Сэма, какой-то из них настоящий. А, подожди, у них одинаково жизни. Это два у тебя Сэма, и ты можешь еще Сэмов делать. Но обычных Сэмов, которые ты делаешь, у них... он даже трупер. Это, походу, какая-то кривая сборка, я их переименовал все. Что я говорил? Я забыл. Ну, наверное, про девятую миссию, что она хреновая. Ну да. А, я вспомнил. Вот этих двух Сэмов, которые у тебя стоят, у них жизни да нормально. Да я знаю, я сейчас все цивильно сделал, не переживай. Это он? Или не он? Или его нужно заказывать в этом? Как его? Ты о чем? Это Сэм там был сейчас, или это не Сэм там был сейчас? Ну, трупер, который с базуками бегает, это Сэм. Вот вообще это? Я их переименовал, почему-то туда не трупер. 1500, да? Не, первый который. Да-да-да. У меня на экране ничего не видно, у меня стрим лагает. Окей. Ай. Ты, по-моему, там чуть под стул не упал. Мой. Или нет? Чуть под стул не упал. Ай-яй-яй, ни хрена себе тут заводы разносят. Это, говорят, у меня легкая миссия. Так это ж Сэма у них тоже, походу. Поэтому они их разносят так быстро. А чё мои джипы-то не могут убить-то вообще, я не пойму. Чё они тут делают все? Ну даже в Рэймоне, что ты хочешь? Они такие злые. Ну, у них и джипы злые. Ну, видимо, да. Так, а у меня здесь есть... груша... натуральный ингредиент. Груша. Поднимает настроение. Охренеть. Это ты про чё? Без искусственных красителей и ароматизаторов. Лимонад. Это ты... это ты начал читать от нечего делать? Блин, гады. Да нет, он начал есть от нечего. От нечего смотреть. Что там пишут-то хоть? Улучшает аппетит, когда он спит. Вот мне, говорит, я ответил. АИ точно так же может атаковать одним самолетом твоих юнитов, которые поехали в атаку. И ничего ответ сделать нельзя, так как ПВО юнитов в игре нет, поэтому убран. А это кто? Третий Сем, что ли? У меня три Сема уже. Короче, угу. Развалили здание, из него Сем вылез, что ли? Я не пойму. Ну и что делать? Самолет атакует базу. Ой, ну дурдом. Самолет атакует базу. Слушайте, неадекватно какая-то миссия вообще. Я сейчас на карту смотрю и офигеваю просто. Я не могу построить. Ну все, короче, убили.
по воздуху я стрелять не могу, турель построить не могу. Проиграл. Ну, это вот... Оружие, а можно скушать. Нельзя. Можно было бы по земле стрелять. Я бы его сейчас убил, если бы можно было по земле стрелять. И эти ракетницы стоят, никто не стреляет. Это ракетница, Вадим? А кто же это? Ну, тыкни по ней несколько ракетница. Раз. Она захочет атаковать. Тыкни по ней несколько. Самолеты. Ай. Вот там завод. Вот, смотри, вот. Сейчас отреагировал. Как-то они так летают парами. А, разлетелись. Да не, стоят они, да и все. Да ну нафиг, еще раз ткни. Они строят самолеты, у них есть чем. Нет, спалят, гадят. Спалят. Еще раз ткни, еще два раза. Дал должен атаковать. Почему? Да не стреляй, Трокит, хватит уже, тыкни еще до раз. Сколько раз можно тыкать? Хоть утыкайся весь, не стреляют они. Попробуй кикнуть. Нет, в тот момент... Понимаешь, вот, следующий, допустим, Родалер-то они сделали по-человече. Они сделали так, что люди стреляют по... Базучники стреляют по самолетам. А в Дюне они еще были тупые в Эстлу, поэтому они сделали через жопу. Вот и все. Нормально они были. Тупые они получилось. Куда такая ты... стратежка получилась. Да ну тебя, знаешь куда? Че она двигается, вот эта плитка? Вы мне объясните, когда украем. Неужели нельзя починить вот эту херню? Я вот тоже это. Да, это очень пипец как сложно. Хочу. Это вообще пипец как сложно. Это нереально просто сложно. Проще добавить в DuckTales трех персонажей сразу. Да. Танчики 8 персонажей. Вот здесь вот... я согласен. А такие почему? Вещи, которые жизненно необходимо сделать, не делается. Какая разница? Хорошая игра получается. Ничего, вы придираетесь. Да ничего мы не придираемся. Хорошая игра. Я бесил с оригинала, когда вот я... промахивался и плиты ставил не там, куда я хотел их поставить. Ты стрелять будешь, скотина, нет? И то же самое, когда он на него направишь, а он нахрена вместо того, чтобы стрелять, он на него тупо идет. Ой, это вот этот вот убил, что ли? Понятно. Сэму пришли тебя разносить. О, это легкая миссия. Да вообще. Да. Это легче всех, которые... Алекс, здесь они тоже умеют стрелять. Воздушный. Да не стреляют, ну ты же видишь. Надо тыкнуть, когда самолет точно пролетает рядом с ракетой. Похоже, эта миссия была легкая только для меня. Да ты читер, похоже. Нет. В том-то и дело, что я на гофере в армии на КПП проходил. Нормально, прошел с первого раза вообще. Даже ни разу не помер. И времени у меня было много. Почему у меня нет тогда времени, они сразу нападают? Думаю, ну, не знаю, я их все равно разносил. Ну, я сейчас разнесу, только... Блин, надо аккуратно следить за этими вонючими, как они там, семы. Да ставь себе. За семками надо следить. Семка. Вражеских семов вообще-то можно убивать. Легко. Может быть, Сегамен. Или это мой? Вот как отличить вообще мой, моего сема от не моего сема? Никак не получится. Кто-то бьется с кем-то, и пойми, кто из них кто и зачем они бьются. Давай сейчас башен настроишь, сейчас все нормально будет. Крутой семка. Вот что творит ракетец. Отжимает крутые семки. Че-то уже взорвали. Кто взорвал? Ракетница, он, видишь, по твоему же заводу шмаляла. Вот говно. Так, а че у меня тут был? Че у меня там... Че там было? О, там, где юниты высадились. Да. Да мне пофиг, кто там высадился. Че стоял на месте завода, который взорвали? Солдат строил ты. Баран. Там солдат это. Баран, да. Баран. Я уже забыл, как он назывался. Баран. Баран. Он рогатый который. Так. Ты мне напомнишь, что делала база, которая, ну, в этом на PC-версии, которая называлась EEX? Что она делала? Никто не помнит, да? Никто мне, наверное, не понял. Может быть, Алекс, я понял. Да, там же есть такая база, там есть идентификатор, и все там есть.
А что она делает, я не понял. Тоже что-то изготавливала. Нет, она добавляла что-то, да, что-то расширяла. По-моему, она добавляла вот как раз таки то же самое, что добавляет радар, но точно сказать не могу. То есть, когда радар ставишь, можно ставить, строить новые танки и строить новые базы. По-моему, эту функцию выполняла вот эта EX, но точно я не помню. Спросить бы у кого-нибудь, кто это знает. Алекс, может, ты знаешь? Крутые семки. Так, вон там что-то высадились у тебя, он в углу, да, видишь, вон там. Да, смотри, на радаре что-то у тебя там, три семки. У меня стрим упал. Ну, у меня тоже, блин, я его обновил. Да, да, вот этот. ИИКС как раз-таки вот эту функцию выполняет. Вот, правильно говоришь. Будь здоров. А вообще она и здесь тоже выполняет такую функцию. То есть, когда ставишь ИИКС, опять же, она тоже точно так же действует, ведет себя как радар. То есть можно опять же танки эти строить. Но у X нету графона. Спасибо. Можно Тая было бы попросить, в принципе, но Тая не будет этого делать. Так что зачем его вообще просить? Чтобы он сделал его точно так же. Но это, наверное, никому не нужно будет, чтобы нужно было строить какой-то X невнятный. Потом только ставить радар. Потом X разносят, и этого танки не можешь строить. Я уже монолог какой-то начал. Слушай, вы хотя бы сделайте, хотя бы, чтобы можно было одновременно чинить и строить, потом уже рассуждаете об X и Y. Ты что захотел? А? И строить, и чиниться, ну ты что? Ну потому что, когда тебя бьют, построить что-то нереально. То есть можно, ну, сразу сделать рестарт. Добро пожаловать в суровый мир. Как-то я не очень понимаю, почему это все. Что это все? Ну почему нельзя одновременно? Ну потому что. Потому что. У тебя, кстати, по-моему, самолеты есть, да? Или пока нет? Нет. А почему тогда вверху справа на краю карты? Ну откуда я знаю? Ну кто-то там высадился, наверное. Возможно, не, по-моему, это плакат. Причем даже без радара. Нет, это, наверное, из-за Фрименов. Фримены уже у нас такие интересные люди вообще. Вот на Сеге же хай-тек позволяет спецтехнику делать. Открывает. Ну да, здесь в PC-версии, видимо, ей это позволял делать и X. Нахрен он был? Блин, когда я жму, жму кнопки отмены, и она не работает. Я удивляюсь, почему. Может, потому что по базе бьют? Нет, потому что здесь нет таких кнопок. А, ну так, ну а здрасте. Ты в оригинал играешь, просто с измененными миссиями, вот и ну все. Ну да, но я... Ну так всегда, вот берешь моды, делаешь, потом играешь в эти моды, а в оригинал, об оригинале уже не помнишь. Ну, еще одного Сэма прислали. Да, сейчас тебя будут разбивать. Но они вот эти Сэмы, они крутые или слабые? Нет, это мои все Сэмы, их уже да. 4 штуки. Ну и вчетвером идите разносить всех. Вот, наверное, поэтому эта миссия легкая, потому что вчетвером 4 Сэма идут и разносят все, сметают все на своем пути, это ж капец. Ну, мне 4 мало, я хочу еще. Ну, ты какой. Че такое 4 Сэма? Ну че, стоим, кого ждем, я не понял. Так. А он решил немножко передохнуть. А то его бомбили, да, я сейчас перестал. Нужно больше съемок. Пока версии хай-тек нафиг не нужно. Заберу, сейчас заберу. Хоптерами спамить. Ну это из той серии, если ты не пользуешься, то нафиг тебе надо. Да, эта миссия более-менее простая. У тебя и база есть, ты и Сэмов можешь строить вообще. Это больно просто сделано. Это уже ближе к оригиналу, чем хардкор. Не, ну ты юзер построил вот на базе на свои Сэмов еще. Как защиту. Но денег нету, как тебе сказать, денег нет. Что-то у меня безумная идея появилась. Скорее надо ее из головы выбросить. Заменить.
заменить всех юнитов на каких-то нарисованных человечков, типа как Shining Force, и графон баз перерисовать и сделать вообще что-то неведомое. Тай, кстати, вроде выложил. А средневековую такую сделать, версию Дюны. Средневековую? Да. Спрайтов? Вообще. По-моему, в Мегаломании же есть похожие спрайты. Средневековские. Ну, я этим не хочу заниматься. Можно было бы, но я не стану таким заниматься. Кстати, вот Мегаломания еще одна стратегия на Сеге. Не знаю, не играл. Там вот тоже, кстати, вот что-то начинаешь от, короче, начинаешь от первобытного строя и заканчиваешь этим ракетой. Короче. Ядерный. Енотом, что ли? Енотом, что ли? Енотом. Ну, реактивный же. Я говорю, ну, короче, там по эпохам игра. Что-то у меня 7. А я понял тебя, я не играл. У меня уже 7, вот, знаете, сколько? 6 штук. Ну вот иди их разноси. Погоди. Видишь, как они дергаются, нифига себе. От нетерпения. Жду. Так. Вообще не дергаются от нехватки памяти, но все равно. Я, кстати, фильм, где там этот кино, не смотрел про него. Ясно, понятно. Я его вообще случайно посмотрел. Я шел за продуктами, зашел в кино. Странный очень день был, конечно. Не, я правда, я шел за продуктами, я зашел в кино. Зачем, не знаю. Мне единственное, что бесит, тут Мегаломания, там, короче, вместо танков пушки какие-то. А ты что думал? Это же Мегаломания, а не Дюна. Танков нету, зато есть ядерные ракеты. Отлично. Просто жесть. Блин, наверное, хорошо, что я в игру не играл. Хотя кто знает. Вот. А, летающая тарелка еще там есть. Вот там что есть. За место Ринпордера. Еще 7. У Алекса идея деградация появилась. Сделать. Да. Чтобы весь прогресс шел вспять. То есть, скажем, от девастаторов до, не знаю, пехоты. Ну, как бы идея, если ты сделаешь, то мы покажем. Нет, хорошая идея была это сделать, портировать все миссии с ПК-версии на Сегу. Но я что-то начал этим заниматься и так ничего не сделал. У меня даже сырцов, наверное, не осталось. Я тогда взбесился и все удалил. Так бы оно было у меня в папке. Хотя, кто знает, может и не осталось. Давайте отошлем Сигаману успокоительного. Чтобы он не удалял сердцы больше. Нет, я не удалял сердцы, на самом деле. Это, опять же, та же самая история, то, что само было. Я делал это до армии. И сердцов не осталось. Ой! А что это было? Я же только что починил. Может, Сэм пришел вражеский? Посмотри. Нет, это мой. Это твой? Посмотри на вражеский. Есть ли вражеский где-то Сэм? Непонятно вообще. Он же далеко стреляет. Может, самолеты затроллировали? Да я только сейчас ее починил. Ну, летают на самолет. А, вот еще тут идут гады. Костян, как стрим идет? Нихера себе. А ну это ж у Фременов супероружие Фремены. Ну да. Нормально пишет. Хорошо. Да уж. Птичка что-то жестко съела и завод обгадила. Мне почти жаль эту птичку. Птичку? Жалко. Липецка жалко. Жалко у пчелки в попке. Фу, блин. Какой ужас. Представил, да, так что? Нет, я просто... Никогда не представляете себе на ночь. Не ожидал. Блин. Блин. Блин, какая.
Кстати, тут на этой карте и иксы есть. Чё есть? И иксы. Ну, вот я эти базы, хочу. Которые ничего не делают, которые выглядят как черный куб Малевича. А, ты, по-моему, их добавлял в эту миссию, да? Да, они просто есть. Они просто есть тупо для вида. Ну да, их охраняют настолько мощно, что, блин, это жесть. Ну, как-то их спаривал там. Парами, по-моему, ставил. Ну да. Вот сейчас мы проверим. Там просто, там очень интересное место, я все-таки из-за спойлера. Там вокруг этих ИХ стоят Сэмы, и они закрыты стенами. И если ты хоть одну стену откроешь, то все эти Сэмы выбраться наружу. Там... А убить так не получится, потому что только ты к ним подходишь, они сразу тебя атакуют. То есть вот это там... нужно открыть стену и атаковать их. Там один Икс в перемешку с Сэйгрик стоит. С Construction Yard, короче. Ух ты, МЦВ. Вот нежданчик. Константин говорит, Сигамен, давай пили видос про 8-битную дюну. Хочется глянуть на текущие успехи портирования. А-за-за-за. Канс... это было не азазаза, это было более противное слово, которое я дико ненавижу, и мне сейчас хочется блевать просто. Не знаю, вот внутренними вообще. Ой, не говори, пожалуйста, все, не хочется еще сюда. Позязя. Ну позязя. Ес. Хватит, пожалуйста. Его реально тошнит. Я всем нутром, всем своим, всем ненавижу все, короче. Все заикаться уже стал. Я не портирую дюну на Денди на 8-бит. Я ее не портирую. Ее портируют, кто ее портирует? Я забыл, кто ее портирует. Ну это не я портирую. Че он представил? Он же сказал, он да, и портирует. Ну, телепортирует? Таюсь, да, телепортацию. Он мертвый почти. Телепортация. Мне, кстати, нравится, как он его паркирует. Я думал, на дюне она будет тормозить побольше, она там тормозит намного меньше. На дюне дюна тормозить будет. На Денди, Денди. На Денди. На Денди, да, Денди будет тормозить. Я не знаю, где он там смог выделить достаточно оперативной памяти, но, видимо, она там все-таки есть. Видимо, крутой, я как юзер сказал, крутой маппер, видать, используется. Ну, скорее как вам сказать, картриджные приставки, это же, как сказать, там картридж половина приставки. Не всегда, на Sega нет. На вот нет, Dendy, ну, да. Понятно, но я тебе про Dendy говорю, ну, хотя про Dendy в крайнем случае. Поставим крайней, ну, несколько картриджные. Маперов. Поставим несколько маперов, почему бы и нет. Поэтому... И Battle Toads Double Dragon, там же два мапера. Насколько мне известно. Да, блин, он почти дохнул. Ну вот, он и говорил, вот, он же как-то добавил DuckTales с черного плаща же. Там же тоже оперативки мало было. Ну, может, портируешь не ты, Сигаман, а видос жду именно от тебя. Позязя. Константин, до свидания. Ты, по-моему, нашел этого. Вот гад. Нашел их тайник. Вот сейчас начнется, походу. Как быстро X меняется. Ничего, как тараканы прям разбрелись. Да, вот это X. Все видите, как он выглядит, X. А, вон он, черный завод, Малевич. Да, да. Убью! Гнездо Сэма. Порву! Так, а вот это вот уже, вот, видишь, гора срезана, это уже не оригинальная карта. Да. Нет, это походу я просто не обратил внимания. Там как раз таки может быть был как и оригинал. Я не знаю. Может был бы и оригинал, просто я стену поставил, не обратил внимания. Разбрелись куда-то. Да. Может быть был бы и оригинал, просто я же стену поставил и не обратил внимания. Когда стена поверх горы ставится, под ней же потом уже ландшафт просто и все. Да. Мне, короче, поняли, не надо мне тут рассказывать. Если даже на песок поставить... Забор. Под ней все равно будет это. Под ней будет земля. Я тоже так помню.
не знаю, я бочку открыл. Земля под стенами, земля под стенами, земля под стенами видна. Короче, бочку как-то с дегтем открыл, а там вместо дегтя гнездо Сэмов тоже было. Они захотели обняться. Они злые такие были, эти Сэмы, ужас. Ну конечно, с ними кто, сколько времени никто не обнимался. Я бы тоже был бы злой, если бы со мной никто не обнимался. Ну все, сейчас холодно стало у нас там, все, они все улетели. Лучше бы та его так черным и оставил. Хоть таинственность была, а то сейчас он тупо как строительный выглядит. А, та его справился. А смысл его вообще было менять? Это чисто он про так... что? Про 1Х. А, подожди, он в своей сборке его поменял? Ну, походу теперь как строительный выглядит. Интересно, зачем это было сделано? Не, я бы сделал его хотя бы просто использовал бы спрайта, ну только что построенного здания. Ну потому что, ну что это, блин? Видимо, какая-то была задумка, и так ее в итоге и не сделал. Ну, насколько да просто мне... дюну портировали. Как получилось, так и портировали. Видишь, только микрофон накрутили, музыку накрутили, и все. Была задумка сделать, чтобы из 1Х можно было строить червей. Откуда такая ты знаешь? Была задумка. Ну я ж с Таем общался. Ну нафиг это нужно? Червей, ну, делать? Вы чё, это же животное, какой нафиг? Это даже не танк, это животное. В итоге, а чё, выращивать нельзя? Таки... Свиней можно выращивать, червей нет, что ли? Да, и свиней можно. В чем разница? Обучать, да, таки... чтобы они со взрывчаткой обвязаны вокруг живота бегали на чужую базу. Да, ну обучать не надо, бежи, да и пошли. Подошел. Собак же, ну собак обучают. И свинья, я сразу поняла. Вот и червя можно обучить. В итоге червь все-таки делается, но уже из дворца. Одинаковых спеца. Да, и поэтому смысла в этом заводе никакого. После этого. Черви из дворца одинаковых с лица. Черви из дворца это вообще, конечно, ололо. Ага. Все, ты походу эту миссию уже, считай, прошел. Тут много ума не надо. Я же говорю, что она больно простая. А у меня много и нету. Черви вообще очень загадочные существа. Они могут сожрать себе подобных. Как нифиг петь вообще. Да. Причем друг друга одновременно. А вот это уже... А это нереально. Да? Да. А на секунду подумал, что реально. Нет, это нереально. Это как надо упороться, чтобы написать такой баганутый код, чтобы, блин, два червя могли съесть друг друга одновременно. От испуга. Черви от испуга скушали друг друга. И как этому червю потом после этого поклоняться? Обращаться? Беги, юзер, беги. Господин червь, вот так. Беги, юзер, ты что там встал-то? Где я встал, нигде не встал. Легкий хак еще на чистоту похож. Да не имейте. У тебя десинг может быть? Он на плитке стоит. Кто на плитке стоит? Да он, я воюю. Бежал. Ну, воюешь на плитке. На плитке, наверное. Да у меня не десинг, у меня задержка. Да. Я на коврике воюю. А то ну вообще. Так где-то у меня тут темы были. Вообще здесь в этой, именно вот в этом порте Дюна, здесь еще есть шестая раса. Они называются воинами, мерценари. Но когда их строишь, сразу проигрыш идет. Даже когда я убил проигрыш, все равно проигрыш срабатывает. И как их оживить, я не знаю. И вообще какая задумка про них, тоже непонятно. Из-за чего ты не объяснил? Из-за чего проигрыш? Из-за того, что только они появляются сразу... Вот ты добавил одного юнита, да? Вот просто юнита мерценари добавил, да? Запускается игра, проходит несколько секунд и сразу проигрыш, все. Почему? Невнятно. Непонятно. Невнятно, непонятно. Ну, в общем, непонятно. Такая ситуация. Есть там раса, да.
можно сделать, чтобы ей можно было играть. Ну, не знаю, Тай там ее видел, должен был Тай ее видеть. Но почему-то никто ни о чем не говорит, никто почему? Ничего не знает. Один только я знаю, что там есть еще одна раса. Почему? Давно Тай. Это известный факт. И ну, Тай говорил, что... Что это такое? И Тай говорил, что он не будет это делать, потому что, ну, нет... О, а что не Тархоник? Все сложно сделать, и она там кривая, эта шестая раз мерцинаров. А почему-то она кривая? Ну вот фрименов мы, например, довольно долго чинили. И они как-то хоть... как-то вписались. А эти так кривее всех кривых. Так чё, в качестве мендата можно того же самого Тая сделать. Будет Тай стоять, нифига себе. Хоть когда-то мы увидим, как он выглядит. Причем тут Ментай? Ты уже предлагали контрабандистов запихнуть этих черных, вот как Сэму. Таких же вот сделать. Ну Тай, как мне объяснил, он положил... Где они вообще вот? Да все, ты их уже разбомбил. Можно уже просто закрывать стрим и с ними прощаться. А, все, ну, зачем? Да, дай насладиться надписью Victory. Все дела. Надо ее переделать и убрать последнюю букву. Хватает и тех домов, которые есть. Когда миссию проходишь, тебе написано Виктор. И все. Виктор. И миссия заново будет начинаться. Ура! Виктор. Короче, спайс твой. Ты можно упарываться. Серьезный дюнда. Дюнда. Ты сегодня серьезный дюнда. Дюнраннер. Бегунец по дюнам. Бегун. Дюнный бегун. Все, вы прошли его, блин. Красный, блин, хоть работаешь. Да. Красная планета. Я, кстати, думал в армию, я хотел за место планеты бомбу сделать, чтобы в бомбу превращать вот этого Сэма. Но я так и не взялся за это. Что? С победой. Да? Победой. Там в конце я, по-моему, что-то еще написал. Можно подождать, посмотреть, что это там такое. Я один раз смотрел, полчаса, наверное, когда они кончатся. Они не кончатся. Ну да. Наемники, как Аль-Каида, захватывают твою базу. Если не сдашься, все погибнут. Вот так вот погибнут. Вот так вот. И вот так. Да. И вот так. Вот так, точно. Ну вот спрашивают, что еще что-то хотите? Не знаю. Мы уже ничего не хотим, наверное, да, Липецк? Я не знаю, надо у юзера спросить, как у него настроение. Ну, Дюн, а юзер с нами? Я больше не хочу. Все, на сегодня Дюн. Да нет, Дюн. Я больше не хочу. Что-нибудь другое, пожалуйста. Я больше не хочу. Больше видел не бы надо. Ты себя после стрима. О! Код Эдитинг, Шиленко Михаил, серьезный Сэм Юни, Шиленко Михаил, видите, это тут что-то написал. Сигаман продакшн, во-во-во, Сигаман продакшн, а что маленькие буквы такие? Ага, что маленькие? 10-й год, офигеть, какая старей, старей вообще. О, читы! А вот и читы! Скриншот! Класс! Морталисан. А что про такой маленький? Я думал, большой там. Играй снова. Вот чё? Пожалуйста, играй еще раз. Не, ну вполне интересный. Мощный Сэм здесь, конечно. Ну, ты что хотел. Да. Это древнохак от Сигамана. Древнохак. Нет, ну единственное, что мне не понравилось, так вот эти перекраски. А в остальном отлично, в общем, все. Ну, ты дольше поиграл. На это и был упор, что ты дольше поиграл, тебе больше впечатлений от игры осталось. У меня сплошные положительные впечатления о своей игре, когда я ее проходил. И все замолчали. И я помолчу. Спасибо, все молчат, и я помолчу. Спасибо Сигаману за хак.